Итак, мы на природе, приятная погода, сам то погулять и отдохнуть на свежем воздухе. Собственно, для этого привез себе вот такую вот вещь. Ну, забегая немножко вперед, готовлю для вас обзор вот этого снаряжения. Ну, пока немножечко про вот такой подарок себе на Новый год заказал. Давайте посмотрим, что тут у нас. На костер я его ставить не буду. Я взял набор посуды для непосредственно распечатываем того, чтобы работать с горелкой. В основном езжу с семьей. Что мне пришло за 850 рублей? Вот такая вот кастрюлька. Ручки складываются, убираются. Да? В наборе две вот такие миски, чтобы кошка попила водички. Две такие же маленькие кружечки. Ну, я их подарю ребятишкам. Вы видите, вот какой объем остается внутри относительно моей перчатки. Раскладывается маленькая мисочка, это на вот две кружки чая. И одна, чтобы сварить кашку и суп. Плюс еще вот, соответственно, получается, эта крышка сюда, эта крышка идет сюда. Такой набор я положу в машину. Дополню его одноразовой посудой, стаканчиками, мешалочками. Положу сюда вместится у меня и сахар, и чай. Как результат, вот такой вот наборчик будет у меня жить в багажнике. И выезжая на природу, я могу вот прямо оперативненько приготовить себе топить чаек, даже стоя по колено вот в таком вот не особо приятном снеге. Вон намесил, шел, пропер. Собственно, мало ли, у меня был случай, мы один раз застряли, топили снег, чтобы чайку попить. Вот. И вот такой вот наборчик вот, из нержавеющей стали с крышечкой. Она идет не в притирку, немножко болтается. Вот будет выпускать, конечно, пар, но все равно это нормально. То есть он даже вот так вот сумочку какую-нибудь на пояс уместится. Много места в рюкзаке не занимает. Хотелось бы, конечно, побольше. Вот. Но это, наверное, уже следующий этап. 850 рублей. AliExpress. Вот. Довольно компактный, приятный, легкий набор для того, чтобы отдохнуть на природе.